Продажу контрафакта с незаконным использованием марки «Лакос» полицейские выявили совместно с Орловской таможней в ходе проверочной закупки. В ходе проверки изъяты 11 наименований продукции фирмы «Лакост» с признаками контрафактности. Данная продукция будет направлена на экспертизу. Поддельную продукцию определить несложно, надо лишь внимательно присмотреться. На продукции «Лакост» не может быть некачественных швов, некачественных этикеток, выполненных ненадлежащим образом. Вот в данный момент, например, вот здесь на швах видно, что торчат нитки. На ярлыке у фирмы-производителя нет указания, где произведена данная продукция. Еще можно сказать о низкой цене. Настоящие французские футболки марки «Лакос» стоят от 1000 рублей. Эти продавались по 850. Изъятые вещи полицейские на экспертизу отправят в представительство фирмы «Лакос». Там установят, какой ущерб нанесен марке. Предпринимателю придется его возместить. К тому же придется заплатить и штраф от 10 до 25 тысяч рублей. Если вы тоже знаете, где торгуют контрафактом, звоните по телефонам, которые вы видите на своих экранах. Андрей Жиляев при содействии пресс-службы УВД Орловской области для программы «Оперативный эфир».